Что я не то исполнил. Алексей, как изменилась ваша жизнь после выхода альбома? Я выпил кисель и съел суп из чернослива. Сними еще. Давай. Я выпил кисель и съел суп с чернослива. Еще раз, давай. А что ты нового сказал? Еще на меня, я придумал. Я выпил кисель, съел суп с черносливом. Да, нормально. Так, а как изменилась ваша жизнь после выхода альбома? Никак. Никак. Было. Ну, я не знаю, но... Знаешь, это этим йодом горло полощу. Скажи, пожалуйста, чему тебя научила работа с арт-погребом? Я научился ржать как конь. А как изменилась твоя жизнь после этого? Я стал ходить на рейвы. Меня кинуло во все тяжкие. Никому не советую работать с арт-погребом, это дикие ребята. Знаешь, что это такое? Это видел на обложке какого-то знаменитого музыкального альбома. Что это такое? Это Георгий. Приятно познакомиться. Георгий очень любит людей. Он очень необщительный, но очень любит смотреть на проходящих мимо. А как вы познакомились? У нас такая долгая история. Ну, мы просто встретились здесь внезапно. А потом еще раз и еще раз. И нам все очень понравилось. Чему вас научила работа с арт-погребом? Любить людей молча. И слушать хорошую музыку. Спасибо. Нет морали, ё-май, котята. А бабочка от котята. Ой, извините, а заботка лазета. Ксения, да, чему вас научила работа с группой «Арт-погреб» и как изменилась ваша жизнь после этого? Работа с «Арт-погребом» научила меня правильно приманивать скалопендр. Для этого нужен мед и рис. И обязательно намазывать вот эту смесь пластиковой палочкой красного цвета. Я не знаю, почему красного, мне так и не объяснили, но я чувствую, пойму это с опытом, дальше с опытом работы с арт-погребом. В принципе, мы с... Это кат. Да. Ау! Тоже то, чему меня научила группа «Арт-погреб»! Ко всему относиться с юмором! Даже если тебя заперли в диване... И сидят сверху. Света, скажи, пожалуйста, как изменилась ваша жизнь после выхода? А? А? Ты в Zoom лезешь. А надо в ТикТок. Еще раз. Как изменилась ваша... Как? Как изменилась... Скажите, пожалуйста. Как изменилась ваша жизнь после выхода? Я стал попадать в метроном чаще. Мне, короче, звонил военкомат после нашего альбома. Я на
научился монтировать... Обезьяны перед камерой ходят. Монтировать связанную речь из... Я научился монтировать связанную речь из несвязанных звуков и реплик. Хорошо. Сэмплингом занимаешься? Я на тебя пойду. Что происходит?